Поисковые отряды со всей области собрались в районе поселка Сидоровка. Здесь открылся полевой лагерь. В течение 9 дней подростки будут готовиться к поисковым экспедициям на всероссийских вахтах памяти. Подробности у Андрея Романова. Первое, что сразу же бросается в глаза при подходе к лагерю, это подростки, одетые в форму солдат времен Великой Отечественной войны. Это не просто туристический выход, это профильные полевые учебно-тренировочные сборы для воспитанников поисковых отрядов Кировской области. Сейчас наша форма, она более удобна, практична. Здесь все стянуто, все подтянуто должно быть. Везде все по швам. Выправка обязательно должна быть солдатская. Неудобно, непривычно. Чтобы стать настоящим поисковиком, необходимо прочувствовать атмосферу Великой Отечественной войны. Поэтому в минуты отдыха ребята не просто играют на гитарах, а учат песни того времени и даже изучают боевой устав 1940 года. Потому что нам приходится бывать на местах боев именно тех времен. И чтобы знать, как строилась оборона, как велось наступление, надо знать именно устав того времени. Здесь, в лагере, ребята получают первые навыки выживания в условиях вахты памяти. Таким образом, поисковики готовят себе смену. Тех, кто в будущем, так же, как они, будут выезжать на места сражений и поднимать останки советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Андрей Романов, Дмитрий Домнин, Вести, Кировская область.